Украинские силовики 8 раз нарушили режим прекращения огня. В очередной раз с позиции 93-й отдельной механизированной бригады под командованием военного преступника-убийцы полковника Николюка. В районе вентиляционного ствола шахты Бутовка интенсивному обстрелу из 82-х минометов, АГСов, стрелкового оружия подвергся населенный пункт «Спартак», по которому было выпущено 7 мин. Хотелось бы отметить, что в районе шахты Бутовка также находится неустановленное подразделение правого сектора. Напомню, что вчера украинские силовики 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики. Используя договоренность о прекращении огня, украинские силовики продолжают активно проводить инженерное оборудование позиций районов по всей линии соприкосновения, а также продолжают проводить передислокацию частей и подразделений у линии соприкосновения. По данным нашей разведки, в районе населенного пункта Артемовск, 20 километров от линии соприкосновения сторон, установлено перемещение противотанковой батареи МТ-12 «Рапира» 12 единиц. Из населенного пункта Дружковка, населенный пункт Константиновка, 25 километров от линии соприкосновения сторон, установлено прибитие 18 танков. Миссия ОБСЕ в районе населенного пункта Артема зафиксировано наличие 6 единиц 2С1 «Гвоздика» и 3 единиц Д-30. В очередной раз убеждаемся в том, что украинское командование, несмотря на подписание соглашения об отводе вооружения менее 100 мм, продолжает проводить обстрел населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Тем самым демонстрируя не только неуважение к решению своего политического и военного руководства, но и сознательно идут на срыв выполнения минских договоренностей.